нас спрашивают Ирхан Мамсид. Обещает быть интересно. Дальше ехать по верхней улице до улицы Раши. Пятницу. Только отпусти меня в пятницу. Отпусти, да. Ага. Он говорит, не бойся, это маленькая змея. Неважно. Антон нам показал класс спринта из пещеры, там какая пробка. Нам указатель на окаменелости, там, на окаменелые деревья. И тем милованием будет указатель. И нам подошла программа археологического типа такого. Да, да. Как ты сказал, Илюха? Аркарболит. Вот этот хребет, который перед нами, аркарболит. А вон внизу стоит верблюд, прямо на дороге. Давай, Илюха, дорогу показывай. Ну, а тут не будем искать. Красиво идут. Даже круче, наверное. Посмотрите. Это сними, смотри, красивый цветной песок. Игорь, ты это снял вот это? Да, 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 конечно, Люх. Все снято. Первый, да. Флагман. Я могу сидел капусти. Пошел. Третий пошел. Так, иди глянь, Антон, что там. Давай, может, поднимись, без велосипедом я сниму. Нет, с велосипедом я поднимусь. Может, не стоит туда вообще лезть? Да, оставайся тут. Так. На вон туда, вот через эти закрытые ворота и вот по этой лестнице. Ребята, спокойно, мы еще не туда попадали. Цепление не выжимай. Давай, Лёха, раз, два, давай поднимайся. Может, я себе ползну, я думаю, а? Как добраться до этих ступенек? А куда ты денешься теперь? Надо объездной путь искать. А ты? После по сироте только тебя сверим. Держу. Да не, ну я по карте прокладывал уже. Приключения у нас запланированы на маршруте. Да. Так, вообще тут есть? Здесь. Теперь главное Леню снять. И вообще легкой жизни никто не обещал, кроме да, Ильи. Прочь. Простой маршрут. А, все, уже спустили. Ильи, спускаем. Нормальные герои всегда идут в обход. Вот это мы чуть не залезли, но вовремя передумали. Красивый конечек здесь цветной. Ну как же пустыня без верблюдов, без песков. Ладно, Игорь, хватит, поехали. Он должен вернуться и а поехать. Ее домой не пустят. Ну что ж, поехали. Ой-ой, не спешит домой. Цветные пески. Ух ты.
Надо ж такое, попали. Такое место для привала лучше не придумали. Если бы не на камеру, я бы добавил кое-что. Тоже ночевать можно в этом месте, Игорь. Там до конца маршрута осталось 13 километров. А сколько проехали? 17 километров. Нет, 17,5 проехали. Лёня еще не почувствовал даже, да? Цветные пески. Это характерно для Махтеша-Гадоль, большого кратера. Выпали в самое красивое место. Вау! Тут желтый, тут сиреневый, смотри. А через розовые очки как смотрится вообще? А? Ну-ка. Сними меня моим тоже. Напрягись. Не, ну возьми вот этот камушек. Смотри только на меня. Хорошо, хорошо. Да, это вот... А теперь поднимай по-настоящему. Привал будем делать? Да, да, здесь сделаем. Или на финише уже будем делать? Или у Йони дома? Давайте решим. Бутылка. Тороплюсь. На трапезу. Ты давай вино доставай. Достаю. Деликатес. Я не забуду. Деликатесы тут. Деликатесы здесь. Что будем? Отпивайте еще кабанусы, пожалуйста, ребята. Короче, нового разлива свежего, вчерашнего разлива. Давайте, чтобы все были здоровы. Будь здоров. Ну. Велосипедисты пришли на меня. Илюха. Мицуян. Тебе все прощено сегодня. Сейчас будет подъем получится? Есть какой у нас сервис? После еды стерильно. Я никуда ехать уже не хочу. В Лад мы не поедем, нам в Димону. Нахаль Мамшит. Дикое, красивое место. Нам тут придется хорошо поработать по этому песочку. Ну ты крут, Лёня. А так? Нахрен мушит, мы нашли воду. Пожалуйста. Сейчас сфотографировать? Да не, я вот здесь. Люкет, Бурёхи, Путин я. Вот, пожалуйста. Так, кто у нас сзади? Давайте посидим в пещерке, отдохнем минут 10-15. Так, давай, поехали, начинай подавать. Я хочу поменять, понимаешь? Да. Даже на дрек, в общем, поднимать. Я сам буду выносить. Те рога пошибают, блин. Пугай, не пугай. Через, через час мы будем на месте, полтора. Два. Ну, максимум два, с половиной. Последние сотни метров маршрута. Полупешеходный получился, но интересный. Йоник, я должен это зафиксировать. Это традиционный момент, он во всех фильмах. Типа, знаешь, как раньше преподносили стопарик водки. Так вот. Вот и девушка с караваями. И еще, пожалуйста. А, никто не может оценить, кто не прошел этот маршрут. Насколько это хорошо. С собой возьмешь, с собой можно не возвращаться.